Добрый день! Я Лада Прошкина из Объединения юных журналистов Дворца детского творчества. Мы находимся в детской студии «Веселая мозаика», которая уже второй год открыта в ДТТ. Вначале я хочу показать вам небольшой фоторяд о «Веселой мозаике». Снимки сделаны в разное время, но именно они дают представление о том, чему обучаются здесь дети. Мягкие игрушки, панно и украшения из войлока. Можно сказать, что дети живут в мире сказки и фантазии. Сегодня они тоже занимаются своими поделками, и позже мы увидим, что у них получается. Здравствуйте, я Эдгреев Валерия, воспитанница из детского дома творчества. Сегодня я вам покажу, как делать картину из шерсти. Вначале мы берем шерсть подходящего цвета и понемножку берем пальчиками только кончик. Немного взяли и потом уже выкладываем. Берем рисовочную иглу и прикалываем. И не доходим иглой до стола. Потом можно иголку и сломать. Если шерсть выходит из-за контура фломастера, тогда нужно убирать ее и дальше прикалывать. Когда мы прикалываем шерсть, тогда нужно повторять
снова берем пальчиками и немножко берем и ложим. Не закручиваем, потому что нужно по маленьким частям. Если просто колбаску положить, шерсть, тогда ее невозможно будет приколоть. И она будет выглядеть не очень красиво на картине. А если есть проплешины, тогда нужно брать шерсть немножко опять и положить на проплешину. И потом уже снова прикалывать. Когда уже эти проплешины убрали, тогда можно переходить к всей картине. Я делаю картину «Степь». А сейчас я буду делать небо. А небо нужно делать плавным переходом. Тут нужно с небом по-другому, более не густой слой. Небо уже закончено, а теперь нужно делать облачка из белой шерсти. Облачка уже тоже сделаны. Теперь мы будем делать солнышко из желтой шерсти. А сейчас я буду делать тюльпан. Нужно взять ножницы и шерсть. Ну, нужно сначала подрезать ее, чтобы было ровно. И чуть-чуть прям отрезать. Берем ножницу и шерсть и расправляем иголочкой и прикрепляем, выкалываем. Потом так делаем на всем фоне. А сейчас я хочу сделать и розовые тюльпаны. То же самое делаем, как и с красками. Немножко отрезаем, берем иголку и переносим немного шерсти на другие места. Так делают на всем поле. Можно больше, можно меньше. Это уже на ваш выбор. Ну, еще можно сделать птичек, но я буду делать тюльпанчики. Вот моя работа. Степь, весна в степи. И можно еще оформить свою картину в рамочку. Вот так это выглядит.
Сегодня мы побывали в детской студии «Веселая мозаика», где дети работали с войлоком. А на этом я с вами прощаюсь. С вами была Лада Прошкина.